В Украине добровольцы готовятся к уличному бою, сообщаем вам, ссылаясь на Baku.WS. Они строят баррикады для защиты Киева. Добровольцы начали рыть много канав вокруг города. Они заявили, что будут охранять свой город с помощью построенных баррикад. Во время интервью иностранной медии они заявили, что не хотят видеть у себя в стране никаких русских и хотят мира.